Здравствуй, лето! Такой девиз дан началу первой смены лагеря «Кристалл». Предвещало это радостное событие кропотливая подготовка к летнему отдыху. Ежегодно специалисты, родители и сами дети отмечают высокое качество работы, проделанной к открытию лагеря. В этом году в связи со структурными изменениями Центр детского творчества и летний лагерь объединены в единый образовательно-оздоровительный центр, директором которого является Евгений Тарасов. Руководителем структурного подразделения, которым является загородный лагерь, стала Клавдия Медведева, которая рассказала о подготовке объекта. У нас сейчас 3 корпуса полностью отремонтированы. В этом столовую окна заменили вот сайтингом обили, футбольное поле, приобрели новый понтон, лучший вообще в области. Такого мы в своем детстве даже не мечтали увидеть. Здесь есть все необходимое, чтобы дети отдыхали. Работоспособный трудовой коллектив, молодые, энергичные девчонки, у них очень много задумок, идей. Но самое главное сейчас воплотить это жизнь. Открытие лагеря символизирует торжественная линейка, на которой присутствуют родители и почетные гости праздника. Командирам отрядов по традиции выпала важная роль поднятия флага, который будет спущен лишь по окончании смены. Еще одно значимое событие линейки – награждение Елены Немтиновой благодарности от Управления образования и науки Тамбовской области в связи с подготовкой команды к областному фестивалю детского творчества. Стоит отметить, что в первую смену оздоровительного лагеря приехало более сотни детей. Впереди у ребят еще 3 недели отдыха, и все ждут только одного – как можно больше положительных эмоций. Самое любимое увлечение – это, наверное, игры, которые здесь проводят каждый год. Некоторые мы уже знаем, а некоторые иногда новые и всегда очень интересные. У меня план поиграть во все интересные игры, повеселиться, покупаться на речке. Поиграть с друзьями. Финалом праздника стал концерт на открытой сцене с участием отдыхающих всех отрядов. Любовь Дичкова, Варвара Павлова, «Наш город».